Приветствую вас. Я думаю, что если ваша знакомая, правда, такой верующий же человек, то ей нужно обратиться к священнику вашей религии. Простите, я не знаю, как он называется. Вот, не буду говорить, чтобы не коверкать, чтобы важная вещь для вас. Вот, но ей нужно обратиться именно к священнику, вот, своей религии, чтобы, в общем-то, обговорить с ним то, что произошло. Вот. Это первое. Второе. Значит, смотрите, какая получается штука. Если бы ваша подруга была бы счастлива по-настоящему, я надеюсь, вы понимаете, что она никогда бы не пошла бы на измену. То есть у нее никогда и в мыслях бы не возникло, изменять. А так, получается, если это произошло, значит, в ее семье, вашей подруги, происходило, либо происходит сейчас что-то, что ей не нравится, что-то, что ее не устраивает, к сожалению, и что-то, что несет ей какую-то неудовлетворенность. Вот. То есть это вот то, что неприятное, скорее всего, будет услышать вам и вашей подруге. Вот. Но это правда. То есть правда заключается в том, что ваша подруга несчастлива. И правда заключается в том, что сейчас она продолжает усугублять свое состояние раскаянием, виной, хиджабом, молитвой, покаянием. Вместо этого стоило бы задать вопрос, а почему я это сделал? Почему я это сделал? Как так получилось, что я это сделал? Ведь меня же никто не заставлял, правильно? Ее же никто не заставлял так поступать. Она это сделала, потому что хотела. Но, значит, чего она хотела? Какое желание? Какие желания, точнее, она себе запрещает?
Вот это мне кажется, что нужно преследовать. Это мне кажется, то, что нужно разобрать именно вашей подруге. Потому что без этого ее страдания, даже если она признается своему мужу, ее страдания не закончат, потому что все равно она будет несчастлива. Все равно ей будет чего-то не хватать, все равно ей будет тяжело. Все равно, понимаете, какая штука. Так что, если вы действительно на самом деле хотите помочь своей подруге или знакомой, не совсем понятно, кто она для вас, то придется принимать не очень популярные, не очень удобные решения, к сожалению. Потому что по-другому, иначе, ничего не сделать. И без такого, скажем, радикального изменения своего отношения к жизни, ничего не изменить. И, собственно, вашей подруге без этого не стать счастливой. Понимаете? Я ничего не имею против, например, религии. Я ничего не имею против того, что она, к примеру, делает, как вы говорите, все по исламу. Но это не должно нести вред ей. Судя, потому что вы описываете, вреда там очень много. То есть, ну вот, ну, например, да, вот сами подумайте, как можно ничего не говорить плохого про людей. И это же нормально, что кто-то не нравится, кто-то вызывает там негатив, да? Вот. И, может быть, вступать в конфликты не стоит, может быть, именно в конфликты вступать не стоит. Но как бы ваши подруги не были бы проблем с отстаиванием своих личных границ. Вот. То есть это вот, мне кажется, такая история. Мне кажется, что это вот такой момент, и ориентироваться, по моему мнению, вам нужно с подругой вместе на это как раз. И если вы хотите быть счастливым, ну, если подруга хочет быть счастливой. И это предполагает как некое
направление против религии. Потому что в данном случае вопрос стоит так. Или, значит, либо религия, либо личное счастье. То есть подруги фактически ваши, нужно взять ответственность, не ругая себя, не обвиняя себя. Вот. Подруге нужно взять ответственность за то, что она сделала. Вот. То есть взять ответственность в данном случае, взять ответственность, это значит не ругать себя, а разобраться в том, почему так поступила я. Почему у меня возникло чувство там влечения к другому человеку? Может быть, этот человек дал мне что-то, к примеру, что-то, чего, допустим, мне не хватало с моим тем же мужем, например. Если так, то это повод работать именно над коррекцией отношений с мужем. То есть не говорить ему откровенно, что вот я там такая-сякая, да, изменила там и прочее. А именно над отношениями работать. Стараться улучшить отношения, вывести их на, допустим, качественно иной уровень. Понимаете, какая штука? То есть нужно делать выводы из того, что произошло. А не корить себя за свои потребности, за свои желания, которые являются в целом нормальными. Вот. То есть это желание, это нормально. Нормально испытывать потребность, например, в любви, нормально испытывать, допустим, ту же потребность в сексе, например. Это все нормально. Но ваша подруга считает, что она не имеет на это права. И свои желания подавляет, а подавленные желания не рано или поздно вырвутся. Они рано или поздно вырвутся. Вырваться на свободу, как вырвались вот как произошло с вашей подругой. Вот. Поэтому решать, конечно, вам, что делать. Вот. Но мне видится ситуация именно такой. Вот. Другой вопрос. Насколько вы это примете? Потому что я понимаю, что не очень это приятно. Вот. Вот так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что
Мой ответ вам помог. Хоть немножко. Обязательно дайте ее послушать своей знакомой. Мой ответ, чтобы она тоже прислушалась к себе и поняла, что она хочет вообще. Вот. И, соответственно, после этого уже будет понятно. А если цель всего этого именно религия, кстати, почему вы обращаетесь на сайт, а не она? Если цель всего этого религия, то это одно дело, если цель всего этого личное счастье, вот, это другое. Еще раз повторяю, что нужно именно определиться с тем, что конкретно хочет ваша подруга и вы. Вот. Возможно. Вот, в принципе, так. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи.